По всей стране 10 июня проходит самый массовый из необязательных экзаменов в 11 классах. А накануне на цифровую инфраструктуру городского управления образования началась хакерская DDoS-атака. Проще говоря, злоумышленники пытались вывести из строя сайты школ и другие интернет-ресурсы Ивановской системы образования. На сервер управления образования была осуществлена атака, достаточно продолжительная, с вечера вчерашнего дня и сегодня где-то до обеда. До этого атаки случались, но они носили кратковременный характер и не приводили к простою канала там, или к отказу каких-то сервисов. Цифровое вторжение началось в 16:00 в воскресенье. Только в 8 утра понедельника из управления образования городской администрации поступила заявка в техническую службу интернет-провайдера. Под удар попала электронная почта, веб-сервер управления и защищенные каналы передачи данных из Центра информатизации и оценки качества образования. К счастью, проблемы удалось оперативно устранить. Как пояснили в профильном департаменте, перебои не могли повлиять на проведение единого госэкзамена. Кимы мы получаем через цепочку, которая не связана с сайтами ни департамента образования, ни школ. Это отдельные технологии, связанные с отдельным специализированным порталом, через который и через, определенное кодирование в токенах конкретных членов КЭП происходит взаимодействие. Напомним, что проблемы с получением экзаменационных заданий в регионе возникли на ЕГЭ по математике. Сдача обществознания, к счастью, прошла в штатном режиме. Что касается хакерской атаки, то ее расследованием займутся сотрудники ФСБ. Они же выяснят, есть ли связь между действиями злоумышленников и государственным экзаменом. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.